Давайте вместе приготовим самые красивые солнечные блины, которые точно поднимут настроение. Для начала подготовьте тыкву, проварите ее до мягкого состояния. Для этого вам необходимо 10-15 минут. Далее при помощи блендера пробейте тыкву в пюре. Теперь приступайте к самому тесту. Для этого необходимо яйца соединить с сахаром, добавить немного соли и все тщательно перемешать при помощи венчика. Добавьте кефир комнатной температуры и снова перемешайте. Соду погасите в стакане кипятка и перелейте кипяток в тесто. Немного перемешайте и следом добавьте тыквенное пюре. Снова перемешайте. Соедините тесто с мукой. Перемешайте. И остался заключительный этап – это добавить растительное масло. Перемешайте. Осталось приготовить вкусные, красивые солнечные блины. Вы только посмотрите, какими же они получаются красивыми и яркими. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки и, конечно же, комментарии под видео. И самое главное, готовьте в удовольствие!